История возникновения и распространения тюльпанов посвящена проходящей в эти минуты в Шымкенте республиканский фестиваль «Путь тюльпана». Прямо сейчас в центре событий находится Алибек Байшуленов. Алибек, добрый вечер. Расскажите, как проходит праздник? Добрый вечер, Динара. Текущий уикенд в Шымкенте полностью посвящен истории происхождения тюльпана. Сегодня в рамках фестиваля с раннего утра состоялся ряд мероприятий. Это театрализованные постановки, детские конкурсы, флешмоб, тематические выставки и дефиле известных дизайнеров Казахстана. И все они были посвящены одному – широкой пропаганде исторической принадлежности тюльпана. Сегодня уже точно известно, что страна Великой Степи подарила всему миру сотни редких сортов тюльпана. Известно и то, что в окрестностях Шымкента растут очень редкие виды тюльпанов. Но об этом я попрошу рассказать организаторов мероприятия. Тура Расхатулы, скажите, какими сортами знаменита шымкентская земля? Необходимо для начала отметить, что из 64 дикорастущих видов тюльпана 34 произрастают именно в нашей стране. И из них, наверное, самый известный тюльпан Грегори Кауфмана произрастает в окрестностях Шымкента. И именно они являются прародителями многих культурных сортов тюльпана. О том, что родина этого цветка является именно наша страна, признают даже в Голландии. И об этом факте как раз таки отмечено в программной статье первого президента Республики Казахстан «Семь граней Великой Степи». Спасибо за информацию. Прямо сейчас проходит концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Пройдут и другие музыкальные конкурсы. К этому часу у меня все. Динара. Спасибо, Алибек. На прямой связи со студией был Алибек Байшуленов из Шымкента. Там сегодня проходит фестиваль «Путь тюльпанов».